Всем привет, меня зовут Света, я живу в Польше, и сейчас мы идем с вами в магазин техники, я вам покажу, какие здесь цены. Мы с вами идем сегодня в такой магазин, не знаю, как он называется, кто знает, можете написать в комментариях. Я хочу сегодня посмотреть Артему часы и заодно покажу вам цены на технику. Итак, начнем с утюгов, утюги. Ну вот, начиная от 99, это примерно 700 гривен, да, это самый дешевый. Я просто не знаю, какие цены у нас в Украине на утюги. Показываю вам, какие здесь зубные щетки. Ну вот, допустим, у нас вот такая. Мы ее покупали за 500 гривен. Здесь она, видите, 129 злотых, это где-то около 1000 гривен. В два раза дороже. Но тут, конечно, зубных щеток огромный выбор. И, понятное дело, разные цены. У нас стоит в магазинах в Украине две Oral-B и все, больше ничего здесь, конечно. Стиральные машинки. Ну вот, стиральную машинку можно купить за 2800. Вот даже 1700. Даже 1300. Примерно средняя зарплата, точнее не средняя, минимальная зарплата в Польше вроде бы как 3200. Но я когда получу, я вам точно скажу. Но вот из того, что мне говорили, что минимальная зарплата 3200. Ну то есть вот смотрите, 1250 стиральная машинка. Вы за одну зарплату можете купить себе стиральную машинку. Причем за минимальную зарплату. Ну вот, смотрите, стиральные машинки по 2000, 1300. Интересно, как дела обстоят с холодильниками. Холодильники, ну вот, 3500, а не две цены, 4500 какой-то. Так, давайте посмотрим попроще что-то. Ну вот, обыкновенный холодильник, 1900. А, так, что это? Кондиционеры такие. А вот холодильники 1200. Вот, пожалуйста, 2500. Короче, на одну минимальную зарплату можно вот так вот свободно прийти, купить себе либо холодильник, либо стиральную машинку. Вот маленький такой холодильничек. 580, чуть побольше 1200. Ну, понятное дело, что разные фирмы, разные цены, но вот как бы за обычную минимальную зарплату можно купить холодильник. У нас в Украине, конечно, так нет. За минимальную зарплату холодильник не купишь. Надо как минимум 10 зарплат отложить. Ну, 10 я, конечно, преувеличила, но все же. Так, сейчас пойдем покажу вам. А что-то еще посмотрим. Телевизоры, допустим, глянем сейчас. Так, телевизор. 1900. О, короче, много. Ну вот, диагональ какая здесь. Не знаю, в общем, 2000. 2300. 2300. Вот LG 2400. Но они огромные, там вон диагональ написано, но ни хрена не понимаю, если честно. Эти вообще по 4500, но они огромные. Сейчас гляну маленькие. А, вот принтеры, кому интересно. Можно купить за 800, за 500 даже. Мышки. Мышки 120. А, вот дешевые по 59. Ноутбуки. 4500, 3, 2, ну, 2700, вот, есть тоже 2700, так, вот, 2700, так что, наверное, с первой зарплаты куплю себе ноутбук, Артём будет радоваться.
сковородки тефалевские. Я, кстати, знаю, что я блинную сковородку покупала за 600 гривен дома в Украине, когда вот уезжала, перед тем, как уехать, я себе купила блинную сковородку тефалевскую. Она стоила, да, там 600 гривен, то есть это примерно 100 злотых. Но здесь я блинной не вижу. Ну, а в среднем, в принципе, цены такие же на тефаль. А вот блинная. Да, да, точно такая же цена. Ну, 99 злотых, примерно то же самое, что я купила. Сушилки для фруктов. Вообще здесь они, ну, получается, 89, это около 600 гривен она стоит. Ну, у меня тоже дома есть сушилочка. Была дома в Украине. А, так, мультиварки. И что тут еще? Так, сейчас пойдем телефоны посмотрим. И часы, наконец-то, Артему. Так, плиты. Ну вот, тоже 1600. Мясорубки. 200, 500. Так, ребята, может, кому-то что-то интересно, можете написать. Я посмотрю цены, скажу вам. И вот часы, которые я Артему хотела. 500 злотых. А вот еще какие-то, правда, они розовые, но я думаю, есть другого цвета. И вот такие, как у меня, то... А, нет, это ми шестые. 200. 19, это 1400. Я не знаю, сколько ми шестые у нас. Вот. А, пятые. Ну, вот так вот. Последнее, что покажу, мои любимые Samsung. И, ну, конечно, блин, да, цены на них 5200. Но это Samsung 22 плюс даже. 5. Я не знаю, сколько они у нас. Сейчас хочу найти такой, как у меня. Посмотреть, сколько он здесь стоит. Такой телефон, как у меня, даже не нашла здесь. Но вот есть S21. Какой-то FE, я даже таких не слышала. 3400, вот тоже Samsung какой-то. А, вот S20, а, это S20 FE. У меня просто S20. В общем, Samsung я люблю. Ну, кому что еще интересно, покажу. Какой ваш любимый телефон? Вот iPhone я вообще не люблю. Кстати, айфонов я здесь и не вижу вообще. Да, кстати, я прошла, ни одного айфона здесь нету. Вот Huawei, Samsung, что я еще там видела, Oppo. А айфонов, кстати, нету, очень даже интересно. Всегда у нас в Украине первое, что заходишь, это стоят вот тут на первом стенде, это айфоны, а здесь не так. Так, ребята, вот такой вот был обзор магазина техники в Польше. Если вам интересно видео такого характера, пишите, и я буду снимать для вас больше. Ну все, всем пока!